вчера я очень разговорился и говорил целых 17 минут. Извиняюсь, больше этого не повторится. А надо говорить, конечно, короче, четче, и буду стараться, в общем. Поэтому сегодня постараюсь уложиться в 2 минуты. Хочу рассказать на примере одной выдуманной истории разницу между американскими честными либералами. Если помните, я уже говорил, честный либерал – это у нас человек такой бледно-розового цвета. Значит, и честным консерватором, то есть человеком прокапиталистических взглядов. Значит, понимание этой разницы, я думаю, очень поможет потом во всяких моих объяснениях, почему я голосовал за Трампа и почему я считаю на сегодняшний день это правильный выбор. Значит, вот история. Жили-были два брата, которым отец, умерев, оставил по 100 миллионов долларов. Значит, старший брат был совершенно замечательным человеком, вот этим самым, так сказать, бледно-розовым либералом. Много времени и сил уделял бедным, несчастным, давал им деньги и т.д. и т.п. В общем, получил он эти 100 миллионов долларов, уселся и начал думать. Значит, ну, что называется, крыша у меня есть, еда у меня есть, машина у меня есть, два телевизора в доме стоят, чего мне еще нужно, зачем мне, да? И он сделал следующее. Он позвонил в налоговую инспекцию Соединенных Штатов Америки, выяснил, значит, имена и адреса 10 тысяч самых бедных семей, и вот в один прекрасный день 10 тысяч человек вскрыли конверты, а там чек. Каждому на 10 тысяч долларов. Какой это был праздник. Один поменял зубы, другой перекрасил квартиру, третий напился и валялся под забором ближайшие 2 года. А четвертый еще что-то, пятый еще что-то, седьмой там. В общем, 10 тысяч семей были счастливы в течение 2 недель. Ну, потом они, конечно, обратно пошли стоять в очереди за пособием там, или получать, обменивать там продуктовые талоны на что-то. Но 2 недели они были совершенно счастливы. Вот за это счастье, которое он принес 10 тысячам семей, его журнал Times, который ежегодно называет человека года, назвал человеком года. Его младший брат был совершенно другого характера человек. Вот такой вот черствый прокапиталист, понимаете? Да. Значит, ни копейки не пожертвовал мне, ни копейки никому не пожертвовал. Что он сделал? Он нашел и купил патент на новый вид пластика, создал фабрику, которая через год заняла уже 10 тысяч человек, которые каждый месяц получали хорошую зарплату, посылали детей в школу, в школы, в университеты, покупали машины, имели здравоохранение, ездили в отпуска и вообще получали удовольствие от жизни, платили налоги и т.д. и т.п. И умер младший брат через 25 лет, и в это время он стоил уже, значит, его собственность была уже 3 миллиарда долларов. Вот. И человека этого назвали после его смерти самым по-американски despicable, то есть самый вот такой отвратительный человек, который вот только себе все. Вот. Значит, журнал Times написал нам гневную статью, что вот такой сукин сын все себе ничего людям. Так вот, у меня есть вопрос. А вы-то как считаете, господа присяжные заседатели, какой из них принес действительно пользу и радость людям? Тот, который пожертвовал им по 10 тысяч долларов, что они 2 недели получали удовольствие от жизни, или тот, который эти самые 10 тысяч семей дал возможность честно зарабатывать себе на жизнь? Вот, собственно, и все. А вся история, так что до завтра, продолжение следует.